Белка, иди сюда. Давай покормим тебя. Солнце, ты как вообще? К перекусу склонна? Я, говорит, склонна к перекусу. Кормушки опять срезали у меня. Злодейка. Сорвали кормушки. Не срезали, сорвали. Веревки остаются каждый раз. Сейчас там нет ничего. Ни с той стороны, ни с этой. Бельчонок прибежал поесть, а есть-то нечего. Есть нечего, да. Деревянные кормушки, там, по-моему, пусто все. Я сейчас посмотрел, там жмых лежит от семечек. И, в принципе, ничего больше нету. Они не только, наверное, сорвали кормушки, они еще и почистили деревянную от ненужных орехов. Это я сейчас буду вешать. Я с собой взял кормушки. Те кормушки, которые там висели, они были бракованные. Их все равно было на замену. И все равно их сорвали. Ты давай, белка, ешь давай. Солнце. Дай-ка я присяду. Ох ты. Белка необычная вот эта. Люди опять идут посмотреть на белочку. Идут на белочку посмотреть. Эта белочка необычная тем, что она похожа очень на копию ушастика. Вот люди странные. Они белку пугают. И вот пройти надо именно здесь. Они специально сюда завернули, чтобы пройти здесь надо было. Это кто такой пришел? Это кто такой? Солнце. Вполне возможно, что она голодна, вот эта белка. Она обычно за грецкими прибегает. Нет, сейчас не нужно. Сытая. Вес у нее хороший. Я чувствую, она на ноге сидит. Вес у нее хороший. А это здесь сидит. Я, говорит, сижу здесь. Похоже на копию ушастика. Все про нее забыли, про копию ушастика. Я сколько раз. А там бельчонок пытается залезть. Там пусто. В этой кормушке деревянной пусто. Там все. Я еще не успел ничего. Я сейчас вешал кормушки. Я с той стороны повесил одну кормушку. Но ничего не насыпал. Вот там семечки лежат, да. Сейчас он, наверное, залезет туда полностью. Я не понимаю тех, кто мучает белок голодом. Возьмешь? Возьму, конечно. Почему нет? Какая она тяжелая. Какая ты тяжелая, белка. Побежали. Куда-то далеко она бегает. Вот тут люди ходят по этой дороге. А там в конце лужа. Там нет, там тяжело ее обойти. Там лужа по центру. И из боков заболочено. Там грязь. Там неудобно ходить. И люди все равно сюда идут. А сейчас люди шли. Они с той дороги сухой. Тут дорога параллельная есть. Они специально завернули сюда, завернули и прошли передо мной зачем-то. Злодеи какие. Синица. Вообще я белок снимать пришел. Синица. Давай сюда. А ты возьмешь? Я вот кладу сюда. А я, говорит, возьму. А я, говорит, возьму. А да, почему нет? Почему нет? Возьму, да. И, видимо, когда кормушки срывают, они все высыпают на землю. И поэтому тут голубей немерено. Тут сейчас около 15 голубей ходят. Что они тут делают, голуби? Зачем они тут сидят? Солнце. А бельчонок там все ест, эти семечки. Пытается есть. Солнце, да, я тебя поглажу.
Копия ушастика пропала, по-моему, даже чуть раньше ушастика самого. Тоже была рыжая белочка, красивая. Только у нее какие-то проблемы с глазиком начались. Потом у нее с хвостом проблемы были. Потом она стала всего бояться. Ее стали белки гонять. То она главная была здесь. А потом она пропала, да. Пропала, а потом и ушастик тоже пропал. Злодейские. Солнце. Ты же не беременная у нас. Рыжая белочка. Я, говорит, сижу как королева, говорит, здесь. Я, говорит, хорошая какая я. Солнце. Хорошая. Какая хорошая. Я вот у ней пузо висит. Очень похоже, что она беременна. И пузико такое у ней. Такое прям. Ну, ощущение, будто она беременна. Вот беременная белка, солнце. Бедные бельчата. Прибегают сюда поесть, а тут нет ничего. Я не знаю, когда сорвали кормушки, вчера или сегодня утром. По-моему, вчера, наверное, сорвали. Они в субботу их сорвали, кормушки. Птичью, там, где птичью поменьше, они оторвали целиком ее. А вот эту большую пытались оторвать, и видно, кто-то помешал. Там сверху было оторвано. Я на две веревки креплю. Верхняя была оторвана, а нижняя держалась. Я оставил ее. Думаю, надо заменить будет. Обе кормушки. Вот я сегодня принес обе кормушки, а кто-то приходил и все-таки дорвал. И ту оторвал еще раз маленькую, и большую оторвали до конца. Но у меня с собой кормушки есть. Это хорошо. Я не знаю, может, и другие кормушки оторвали. Кто-то ходит, отрывает. Кто-то ненавидит белок. Ужасно. Не, если меня... Это... Чтобы меня как-то позлить, я этого не понимаю. Мне все равно, я не ем из кормушек, а вешать я их все равно буду каждый раз. Кто-то отрывает, а я все равно буду вешать. Я же блогер. Это моя работа, вешать кормушек, кормить белок. Пока есть возможность, кормлю белок. Почему? Вон они какие. Мне, кстати, люди подходят. У меня, говорят, раньше белки были совсем другие у нас здесь. Были хвосты были у них, куцые. И сами они были не такие пушистые. А последнее время они стали пушистые. Мы стали пушистые. Водички попить. Первым делом, да. Пришел первым делом, водички я налил. А как же? Белочка пошла попить. А бельчонок там пытается что-то есть. Бельчата растут дикие, самостоятельные, потому что тут кормушки висят, и им люди, в принципе, не нужны. Им когда нужно, они приходят, берут, что им нужно здесь. Меня удивляет, почему он не залазит. Синица прилетела, что ли? Это синица? Это не синица, да, это прилетела, блядь. Злодейка какая. Уронил орешек, а голубь не растерялся. Я, говорит, не растерялся, нет. Ну все. Бельчонок почти полностью залез туда. Сорвали кормушки, да. Ну сейчас повешу, в принципе. И будет все нормально. А кормушку-то почистить надо, там жмых лежит, еще дождь шел, по-моему, он сырой еще, этот жмых этот. Я так не трогал, но на вид он сырой, не очень хороший. Бельчата, да. Ну все.